Я в строительной отрасли с начала 2000-х годов. Прошел путь от рабочего до инженера. Сейчас в строительной отрасли произошли большие перемены. Не только появились новые материалы и технологии, но также поставлены новые задачи, о которых еще 20 лет назад никто и не думал. Это формирование комфортной среды, создание транспортно-пересадочных узлов и новых общественных пространств, интеграция всех видов общественного транспорта в единое целое. Этот процесс идет не только в Москве, но и по всей России. Возможно, он идет не так быстро, как нам хочется, но на данный момент у них очень хорошая динамика по развитию и внедрению. Надо голосовать, надо участвовать в политической жизни страны, поэтому 18 марта я приду.